Яңауыл телевидениях эфирында башқырт тілінде әдірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова қаумығығыз. Бұл елдің февраль айында Башқұртстан Республикасының Ресей Федерацияға президенті янындағы тулы хықуқлы вакиллігінде Мәскеуде Башқұртстан кішілері есімлі проект тағдим еттілер. Проекттің ойыштырушысы һәм идея тудырушысы Дәулет Думаһы депутаты Башқұртстан Яқташылығы бірлігі рәйісі Инга Юмашева. 19 августа ол Яңауылда болды. Бында Юмашева район хакимиеті башлығы Ильшат Вазигатов менен ұсырашып, проекттің түп мақсаты менен таныштырды. Бұл сетте ешевсі Башқұртстан кішілеріне өзара ярдам һәм болышлық көрһәтеу. Инга Альбертовна үзі әйтеуінсә, география биографияны өзгертмей. Башқұртстанның һәр бір районында әулар проекта инде 14 Юмашева көрнекле яқташтарыбыз менен ұсыраша. Улар ханында біздің районда. Цель моего приезда – это развитие проекта «Люди региона, люди Башкирии». Это сообщество земляков, выходцев из Республики Башкортостан, которые проживают за пределами Башкортостана, в Москве, в разных городах России, может быть, мира. Но не только этих людей, а также тех, кто просто чувствует эмоциональную, духовную, ментальную связь с нашей республикой. Ведь нередко к нам приезжают инвесторы, реализуют свои проекты на территории республики, участвуют, получается, тем самым в жизни нашей республики. Вот, то есть становятся и сопричастными к жизни Башкортостана, то есть тоже могут называться людьми Башкирии, если они чувствуют эту связь в своем сердце. Бірдем үлгілігі мәктәп формахын индіру бойынса Республика Мағариф һәм фән министрлығының пилот проектын тұрмышқа шыру дауам етә. Оның бірінсі қатнашысылары Республиканың 4 районы, олар арахында біздің районда. Ол өзіне бірінсі класстан 5-нсі класқа теклім, яңы үлгілігі бірдем мәктәп формахын индіре. Сираттағы көргәдімә хату 4-нсі ханлы мәктәптә 17 август өтті. Яңа оқу йылы алдынан бұл бик актуаль. Көп ата-әсәләр көргәзмәгә килеп, тәгъдим ителгән киемдәрҙе ҡарап, теләгән әйберен һатып алды. Данную школьную форму разрабатывали совместно с кафедрой технологии и дизайна УГНТУ. Участвуют в пилотном проекте 3 фабрики. Наша фабрика обмундировывает мальчиков. Сюда входят жилеты, жакеты, брюки для мальчиков. Это второй слой одежды. Учитывалось в первую очередь качественные, чтобы были ткани российских производителей, желательно содержание натуральных волокон не менее 50%, чтобы гидроскопичность, воздухообмен для кожи ребенка был обеспечен. Второй вопрос, это для родителей всех как бы актуальный, это ценообразование. По пилотному проекту, чтобы цена, качество соответствовали. Поэтому вот в данном случае, если хочу вам пример привести, и по пилотному проекту везде мы работаем по одинаковым ценам. По мальчикам хочу сказать, жилет плюс брюки получается суммарно 2200 рублей. Жилеты у нас очень хорошего качества, плотно вывязываем, да? Они по 2 года как минимум носятся. Брючки регулируемые по линии талии, потому что у нас все равно учитывать нужно, что регион холодный. Учебный год охватывает 3 сезона. Это осень, зима, весна. Поэтому с наступлением холодов под брюки, когда мальчики начинают одевать кальсоны, нужно будет увеличивать, отстегнуть, например, одну пуговичку, чтобы размер, тем не менее, это увеличить, чтобы вторые брюки не приходилось покупать. Вот эти все особенности, вот эти важные моменты были все учтены. В этом году в Янаул мы приехали уже второй раз. Первый раз мы приехали и ярмарку устраивали 3 дня по обмундированию. Сразу же встречались, например, такие дети, которые со стандартной фигурой, потому что у подростков зачастую бывает такое, что ребенок, например, полненький или, например, слишком стройный. С такими детьми мы встретились. К этому вот сегодняшней встрече мы уже подготовили необходимые размеры и их уже до конца обмундировали. Мы ни одного ребенка не отправили, не одетым. Поэтому все родители, которые обращались, все ушли довольными. За что я им очень благодарна. Все равно вот по лицам людей уже видно. Повторно даже некоторые вернулись. В прошлый раз что-то не успели докупить. За вторыми брюками даже приходили. Говорят, их правда хорошие.
Мусульман календары бойынса 20 августа яңы 1442 ел башланды. Мусульмандар арахында айлы яңы ел башлануын бик билдилемейдер. Мусульман дуньяхында яңы елдың бірінсі 10 күні яңы іштер башларға оңады тип ханала. Бұл вақытта юла бойынса тойдар яхайдар, юрт халалар, яки келесікке пландар құралар. Еңауылдың үзәк мәсетінде бұл күнді яңы құйма құру башланды. Матур қапқалар хәм темір құйма мәсет алды территорияхын емлендіріп тұрасақ. Бүгін біздің жаңа елбіздің бірінші күні, яғни 1442 елінің бірінші күні Мухаррам айы әлхамдулиллахи. Менің есімім Ибрахим, яғни мен шушы қалтасы хәм Янаул районының имам Ахунды әлхамдулиллахи. Шуңа күрә инде біз екі районны алып барабыз, инде иншаллах. Ну, бұл шушы 6 ноябрьда мені баш мүфти Талғат Тәжиддин мені шушында қойды. Шушы районнарға әлхамдулиллах. Шуңа күрә инде мен әлі келгене Янаулда ғана. Күнде Янаулда іш болсын, әлхамдулиллахи. Міне ішләребіз бара инде иншаллах. Міне Талғат Тәжиддинге хат язған ек, оны сұрадық. Шушы міне фәләнгене хатлы ақшағына берді. Міне Алла ашқан рахматы белән қапқалар қойдық. Міне инде міне бүгін құймалар қоябыз иншаллах, моторлайбыз. Келешекте мәчет ішінде быйыл инде сентябрь айында электричествоны ауыштырабыз. Анна кире біздің вытяжка керек, енді вытяжка шлейбіз, Аллах нәсібесе. Класс бар біздің бірінші этажда, подвальный помещение, анда яхшы вытяжка шлейбіз енді, альхамдулиллах. Шуңа күрә келешек елларда ақшывайтырға дейбіз мәчетіне енді иншаллах, моторларға дейбіз иншаллах, кішілер келсіндер, рахим етегіз иншаллах, мәчетіміз ашық, шлейбіз иншаллах. Біз сіздің үшін, сіз біздің үшін, альхамдулиллах, біз мусульманнар, альхамдулиллахи. Районыбыздың ішісі коллективтарының хызметке һәм оборонаға әзір бүтәрәсе физкультура спорт комплексы нормативтарын тапшыруы 20 август Яшлік физкультура хауықтыру комплексында өтті. Ярыш Ресей дәулет флагы күніне арналған. Үзәрінің физик әзірліктәрін 7-сі ханлы балалар бақсағы һәм Яштар харайы хызметкәрдәрі күрһәтті. Нормативтар арахында урындан ұзынлыққа хикеру, арқала ятып кәүдәне күтәру, спорт снарядын хырғыту. Һәрбер катнашучы үзен тик яхшы яктан гына күрһәтергә тырышты. Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней. Возрастной диапазон ступеней состоит от 6 до 70 лет. В каждой возрастной ступени входят нормативы. Это испытания обязательные и испытания по выбору. Чтобы получить определенный знак отличия, например, золотой, серебряный и бронзовый, необходимо выполнить определенное количество испытаний. У каждой возрастной ступени эти испытания разные. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте комплекса, это www.gto.ru, либо в нашей группе ВКонтакте, которая называется «ФОК Юность. Город Янаул». Каждый житель Республики Башкортостан может воспользоваться на сегодняшний день такой возможностью, как онлайн-записи на тестирование ГТО. Ссылку на онлайн-запись вы можете найти также в нашей группе в социальной сети «Контакт» и ознакомиться с расписанием центра тестирования. Благодаря этой записи у нас есть хорошая возможность составить расписание таким образом, чтобы соблюсти все правила Роспотребнадзора. Ушыным менен яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, алда хезе хауа тұрышы көте хау болығыд. Август күнді Яңауылда хауа тұрышының оядылы бұлытлы болуы көтілі. Ел күн-якын байштан секундына 5-13 метр тиілікте есе. Атмосфера басымы 749 мм. Хауа температурасы түнде 14-16 градус елі, күндіз 20-22 градусқа теклім елі боласақ. Республикалық әдеттен тыш халдар министрлығы мағлұматтары бойынса оядылы бұлытлы болуы көтілі. Ел күн-якын байыштан секундына 4-14 метр тиілікте есе. Хауа температурасы түнде 17-14 градус елі, күндіз 21-23 градусқа теклім елі боласақ. Четвертое августа. Памятная дата военной истории России. В
В этот день, в 1944 году, был освобожден Кишинев, столица Молдавии. Яско-Кишиневская операция началась 20 августа. Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление. Успех был полный. Нашим войскам удалось продвинуться на 140 километров. Противник потерял 18 дивизий. У природы нет плохой погоды. Утепляемся с находкой. Носки мужские 24,99. Галоши 89,99. Кеды детские резиновые 399,99. Сапоги резиновые мужские 229,99. Срок акции до 31 августа. Цены в рублях. Подробности у продавцов. Детская школа искусств объявляет прием детей на новый учебный год по следующим специальностям: фортепиано, народные инструменты, изобразительное и хореографическое искусство, группа раннего эстетического развития, хореографическое искусство. Набор будет проведен 25 и 26 августа с 8 до 17 часов. Дополнительная информация размещена на сайте школы искусств и на странице в социальных сетях. Справки по телефону 8 347 60 556 50 556 60. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования: высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их. Почему диспетчеру МЧС давно не поступали звонки о чрезвычайных ситуациях? Потому что вы внимательны при занятиях экстремальным спортом и во время отдыха на природе. Вы соблюдаете пожарную безопасность на даче и дома. И, конечно, разводите костер в отведенном для этого месте. Помощь спасателей не требуется, если вы соблюдаете технику безопасности. Любите и берегите жизнь.